Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И у нас закончился 44-й сезон. Я достиг алмазной лиги. Так, значок сезона. Мы видим, да? Бейсбольная бита и пиньята. Ну что ж, давай посмотрим, сколько мне выпадет отсюда паков. Здесь 2 и 3, то есть 5. Ну что ж, давай открывать и смотреть. Надеяться, что хотя бы одна легендарочка мне выпадет. Хотя я уже и не надеюсь. Так, это у нас необычные, да? Так, пока все вроде бы есть. Редкие пошли. Ага. Так, мега редкие даже есть. Это кактус. Вау, вот это... Блин, да, друзья мои. И в этот раз тоже мне не досталось ни одной легендарной карты. Жаль, очень жаль. Но вот то, что мне достался вот этот ландшафт, это хорошо, потому что у меня его не было. А хотелось, ребята, получить. Это все растения здесь получают 5 плюс 5. Я считаю, что это круто. Ну что же, получаем награды. Так, сезон 45-й начался. Какой мы получим с тобой ранг сразу же? 10-й? Ну что, друзья мои, тогда давайте начнем. Мне не хватает буквально 100. Сколько тут? 105 гемов для того, чтобы мы могли с тобой купить еще 10 паков. Давай попробуем наверстать. Ну что, возьмем сразу и сыграем. Хотя мы на серебряной лиге, на 10-м ранге, мы могли бы взять кого-нибудь и другого. Ржавый разряд, он у меня... предназначен для более, как говорится, высоких уровней, высоких рангов. Так, ну что, поиск соперника. Опять, что никого нету, добыть такого не может. Хорошо, раз ты не хочешь так, давай, наверное, сыграем с тобой за орех. Тут у меня, ребята, этих орехов целая куча. Я не знаю, кто, какой. Блин, смотри, за орех сразу же нашли. Так, 7-й ранг против меня играет. Это ни о чем, ребят, не говорит, потому что и 7-й ранг может меня здесь распетрушить, а тем более здесь разгром. Я все, я понял, ребята, что у меня здесь за колода. Колода на хилах. Да, колода на хилах, ёк-макарёк. Да чтоб тебя. Ну, ничего не поделаешь. Опачки. Опачки, что он делает? Ну, давай. Сделаем так. Поехали. То есть этот парнишка хочет сыграть на спортивной колоде. Ведь я так понимаю тебя, да? По-моему, именно так я его и понимаю. Это, кстати, плохо, друзья мои, потому что против спортивной колоды я, честно говоря, не готов выступать. Опачки, ландшафтик выставляет. Зачем? Блин, ну нечего мне поставить, понимаешь? Нечего. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сейчас начнет прокачиваться, да? Потом он поставит 100% тренера. Вот поверь мне, он поставит тренера. Так, ну мы с тобой тогда начнем. Подожди, что мы начнем? Ждем тренера, да? Да-да-да, вызывает тренера. Ну что же, погнали. Начнем потихонечку. Так, так. Нам выпадает тако. Вот даже как. Ага, только не говори, что у тебя еще будет тренер. Нет, ребят, там тренер вряд ли у него будет. А что он там может сделать? Что он там может сделать? У него может сумоист быть, верно? Может, кстати, ребята. У него может быть там сумоист. И что же он тогда? Твою налево, я даже не знаю, как лучше здесь сделать. Давай вот так, наверное, все-таки. Нет, лучше вот так.
Погнали. Да, я был прав, ребята. У него сумоист. На воду даже поставил. Так, что нам здесь достается? Орех. Нам с тобой достается орех. Так, ладно. Так, эти идут типа на прокачку. Так, нам с тобой нужно, наверное, вот этого убрать. Так, салам алейкум, арей. Как дела? Чем занимаешься? Ты... Блин, не успел прочитать, к сожалению. Так, этого бомбим. Так, у нас что с тобой по здоровью получается? Да вроде бы все пока неплохо, да? Пока вроде неплохо. Давай сделаем так вот. Посмотрим. У него 6 энергии, естественно, что там? А, вирус. Ну, вирус, да, ребят, вирус это плохо. Еще вирус, да, делает? Окей. Так, сними по... Чего про зомби снять? Оу, да, мы, по-моему, проигрываем здесь, ребят. Так, а что мне от этого, ребят? Ну, давай вот сюда поставим. Я не знаю, как мне это поможет. Есть, конечно, маленькая надежда на нашу ананасовую бомбочку, но... Нету надежды, да? Надежда умирает последней. Допустим, что я могу принять таку? Ну, така здесь ничего, ребят, не решит. К сожалению. Да, ну, фейл так фейл. Ребят, мне ничего не обидно, потому что, во-первых, мы с тобой еще ничего не набили. Это раз. Во-вторых, я просто экспериментировал. Это моя колода, вот сейчас в данный момент, что он играл, это моя колода, только она у меня идет не за разгром, она у меня идет именно вот здесь. За исключением, наверное, знаешь чего? Суперударов. У разряда мне, наверное, больше нравятся все-таки удары. Но видишь, видимо, все пошли на зомби, и я не могу себе найти соперника. Выбрав нашего разряда. Поэтому мне приходится играть вот здесь. Ладно, давай попробуем сыграть с тобой, например, за бабаха. Я давно за них играл, ребята, я уже и не помню. Видишь, тут сразу же находится. То есть все пошли играть за зомби, прикинь. Но это тоже не есть хорошо. Это получается дисбаланс, ребята, в игре. То есть если я захочу играть за зомби, я не смогу себе найти оппонента, да? Поехали. И опять разгром. Случайно не тот же самый для меня выпал? Не, не тот же самый. Так. Есть микс. Ну, в принципе, это ничего страшного. Давай смотреть, что он там дальше будет делать. Вот так вот, да? Хорошо. Сумоист. Допустим. Так, только не говори, что у тебя опять там будет сейчас спортивная колода. Это будет немножко обидно. О, вампирчик. Вампирчик мы с тобой убираем. И сделаем, наверное... Да вот так вот сделаем. Да-да-да-да-да, этого шваркаем. Этот, естественно, отдупляется. И у нас с тобой есть еще крахмал. Оу. А вот это хорошо, ребята. Что ягодка? Что он будет делать? Ну, давай я вот так вот сделаю. Шиш с ним. А я так и думал. А, зря он, кстати, это делает, потому что сейчас шипы-то. Вот так вот. Перемещает. Ну, перемещай, хорошо. Все. 4 в лицо тогда получи за это.
Так, у нас с тобой есть орех. Ну, не сомневаюсь, что там что-то такое супер-пупер будет. Поэтому вот так вот сделаем. Да? Да. О, еще у него тут. Защитушка. Так, а у нас что это? Сердце не зомби выше 4. Так, могилоед. Так, ребят, пора, по-моему, так вот бумкать. Нормально я придумал, да? Не хочу, ребят, тратить, потому что у него может быть суперудар, который... Вот ты что делаешь. Окей. Так, мы можем с тобой поставить фонарь, да? По идее, сюда. Это ты хорошо сделал. Это мне понравилось. Угу. Вот что у тебя там было. Так, ну что? Давай начнем потихонечку, наверное. Выставлять наши орешки. Ой, как хорошо-то сейчас выпало. Подожди-ка, давай вот так, наверное, все-таки сделаем с тобой. Так, ну если... Вот сейчас, ребята, у него либо отхил. Но он не стал ничего тратить. Так, вишенка у меня, да, еще? На торте. Ой, спасибо огромное. Какую хорошую карту мне дали. Так, ну что мы здесь с тобой можем сделать? Прикрыться? Блин. Хотя, в принципе, ничего страшного. Давай так вот сделаем. О, роднулька ты мой. Что? Получает зомби 2 плюс 2. Допустим, погнали. Блин, сейчас вот кого-то уберет, ребят. Сейчас кого-то уберет. Наверное, крахмал. А, безумие он ставит. Это ему точно никак не поможет, поверь мне, потому что... Ну, тут уже тем более, ребят. Он, наверное, сдастся, скорее всего. Это бесполезняк. Ох ты, жучара! Ну, друзья мои, он напросился сам. Блин, единственное, что... Что, наверное, делаем так, да? Плюс ко всему сюда поставим. Уже не перетянет ведь, нет? Нет, не должен. Погнали. Ну, 9 лицо получим, у нас защита с тобой сработаем. А дальше-то все, ему кранты. Даже защита не сработала. Тинч, и все. Тут довольно легко было. Бабах, смотри-ка, все-таки не подвел. Помнят, ребята, ручки-то еще помнят. Как играть? Кстати, мы с тобой будем получать, по-моему, по 2. Да, по 2 звезды. Поэтому быстро с тобой наберем нужное количество гемов. Опа, еще и здесь прибавочка идет. Круто. То есть еще буквально 100 гемов надо. Ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Играем за бабаха против... Супермозга. Ну, супермозг, ребят, я за него пытался играть. Еще раз повторяю, играю я сам. Я нигде не подсматриваю ничьи колоды. Играю чисто импровизацию. Так назовем это. То есть сам составляю. Я знаю, ребята, мне тут есть заготовки, да, определенные. Но меня они не устраивают. Блин, а зачем он это взял, а? То есть я сам составляю из того, что есть. Если бы у меня было очень много легендарок, а тем более все легендарки, которые здесь есть, я бы, естественно, был бы по-другому все бы это делал. Что будет на этих, на гробе, да, собирается он сыграть, судя по всему. Ну, давай я вот сюда поставлю, посмотрим, сможет он уничтожить. У него, наверное, какое-нибудь там безумие, да, или еще что-нибудь в этом роде. Может переместить, я знаю, что у него есть такой... скилл он может переместить в пузыре.
А, нет, не в пузыре. Вру, там что-то немножко по-другому, по-моему, как-то. Черт, забыл я, что он там делает. Так, виноград, это хорошо. Так, у нас есть с тобой фруктовый микс. У нас есть с тобой горячка. Но мне нужен крахмал. Опа. Давай, пёси. О, даже как. Все-таки решил легу вытянуть. Да, друзья мои, он вытягивает легу. Но мы делаем с тобой вот так вот. Погнали. Такс. Что он там из-за легу вытянул, я не знаю пока. Посмотрим. На следующем ходу я, наверное, все-таки выставлю либо крахмал, либо вот этот орех. Там посмотрим. Песик, потому что прикроет, если что. Надеюсь, что прикроет. Вот это плохо. Вот что там у него? Шишки его знает. Давай сделаем вот так вот. Ага. Блин, это плохо, ребята. Он сейчас будет косточки свои бросать. Будешь бросать? Нет, не будет пока. Морковка. Ну, ё-моё. Так, ну мы, если что, крахмал сможем с тобой прикрыть. Главное, чтобы не было никакого безумия и прочей ерунды. Через горячку можем сыграть. Блин, уничтожает крахмал, прикинь. А, он же без эволюции сделал. Все, тогда нормально, ребят, тогда работаем. Так, сюда. Окей. И сюда. О, отличненько, поехали. Хотя у него одна энергия есть еще. Вот что он делает, ребята. Он делает бонус на атаку. Сейчас выбрасывать будет свои могилы. Хорошо. Все, успокоился. У нас есть с тобой вот такая штука. Я думаю, она нам как раз и поможет. Ну что он там, ход-то будет завершать или нет? Все зависит от того, кто отсюда вылупится. Ну все, супермозг уснул. Поехали. Так, защита будет? Нет, не будет срабатывать. Так, здесь, естественно, уничтожаем. Ну и теперь смотрим, кто здесь появится. Так, у нас еще есть горячка. А я что, не смогу сейчас посмотреть? Вот это плохо. Это плохо. Виноградину пока еще рано выставлять. Морковку выставить, что ли? Ну что он там вот опять начинает вот эту вот тягомотину. Ах, вот ты как. Ты гляди-ка, как он делает, а. Ну что, поехали тогда, сделаем с тобой вот так. Хотя он может поменять, наверное, ландшафт, мне кажется. Ну и сделаем вот так. Поехали. Кто тут? Не очень хорошо. А вот это, блин, он сейчас может сюда перейти. На воду ведь может, да? Что он там делает? Это кто будет стрелять первым? Он, естественно, на этого перекинет. Естественно, ребят. Кто откажется от дополнительной карты? Ну что, поехали. Твою налево. Но я так и думал, что, ребята, он поменяет ландшафт. Так, ну ладно, хотя бы этого взорвем. Чтоб косточки-то свои не разбрасывал. Так, и что же нам выпадает? Она выпадает вот так. Надо было, конечно, сюда бомбануть. А что этот ландшафт делает у нас? Ага, на один дороже получается, да, зомби? А он еще и добор, две карты берет, прикинь. О, виноградинка мне здесь поможет. Сейчас будет сюда могилку ставить. Виноградинка мне поможет. 4, а что за 3? За 3 энергии мы с собой. О, нормуль.
Это очень, кстати, хорошо, что он вот так вот делает. То есть, друзья мои, только виноградинку я могу поставить, и все. Как он достал, а? Ты, блин, серьезно, что ли? Да и хрен с тобой. Пока все, ребят, смотрим, что у него тут. Опачки, пиратик. А здесь рикошет. То есть уберет мне, да, виноградин, получается. Интересно. А, ну да, да, я понял. То есть хочет превратить в кого-то мощного. Давай посмотрим, кто у него здесь вылупится. Гаргантюа. Что мы можем сделать здесь? Пока ничего, ребят. Ну, позволять ему тоже. Блин, у меня нету здесь. Слушай, хотя 9 урона. Орех плюс орех. Плюс орех. Да, мы так с тобой сейчас и поступим. Мы сделаем вот так. Да? И все. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Он будет сейчас люлей получить, смотри. Блин, подожди, каких люлей? Я забыл поставить орех, самый главный-то. Ё-моё, вот это я лопухнулся, ребят. Мне же нужен был этот орех. Тут только прикрываться. Угу. Так, что же сделать нам с тобой? Я сделаю так, наверное. И вот так вот сделаем с тобой. О, даже маленький орешек нам достался, который у нас будет вот здесь стоять. Так. И куда же ты поставишь свой ландшафт? Урон будет наносить. Ой, будешь получать звездюльку. Вот это ты зря сделал. Ха, кровожадность. Только не говори, что у тебя есть сейчас еще удар бонусный, который есть. Это будет жесть. Не, ребят, все, тогда ему крышка. Два. Так. Так. Карту там берет. Твою налево, сейчас бонусную атаку сделает. Да ты запарил там уже. Даже без... Да, ребят. Просто он... Откуда у него кровожадность взялась, а? Скажи-ка мне на милость. Я что-то пропустил? А, здесь у нас еще к тому же на этом ранге не теряются звезды. Ну, тогда вообще нормально. Откуда кровожадность у него взялась? Что-то я пропустил, видимо. Отвлекся, на часы посмотрел. Ну, что это такое? Ёк-макарёк. Спасибо большое. Да. Радуется. Наш бабах на халяву получил. Дайте мне сыграть за моего этого ржавого разряда. Вот ты посмотри. За растение сразу находится соперник. Сразу же, только тыкни. Здесь же не шиша. Просто. Видишь? На ваших глазах, ребята, пробую найти соперника, и нифига. Здоровски. Ладно, хорошо, давай попробуем взять, например, ну кого-нибудь другого. Вот так вот сделать. Замеха. Вообще невозможно. Видимо, ребята, там слишком много играющих за зомби, что просто тебя не пускают туда.
Ты серьезно? 32-й ранг мне сразу же? За что? За что мне такое наказание, друзья? Великанус, да, собственной персоны. Вылез тут. Сейчас начнется, короче. Сейчас он мне тут начнет мозги выносить. Посмотрим. У него вот эта вот карта, да, когда ландшафты стоят, даже не то, что ландшафты, а вытянутые карты стоят на одну ману дешевле. Это, конечно, имба. Ну что ты там ножками трясешь? Где твой сандаль? Потерял где-то. Ой, долго сидит, думает. На этих рангах, вот я считаю, да, на 20-х, на 30-х даже, особо не парится. Вот за 30-й. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну что же, придется, наверное, кактусом нам с тобой жертвовать. Погнали. Ну а что сделать? Нам здесь ничего не сделать. Он еще думает там что-то, как будто у него что-то есть. На ландшафте получает 1 плюс 1. Но ландшафта у него нету, поэтому иди гуляй, Вася. Самое обидное, что мне и поставить-то ничего. Хотя великанцу, по-моему, не пользуется, да? Над гробиями всякими. Поэтому сделаем вот так вот. Этот шитик нам тоже здесь не нужен, поэтому надо его удалять. А то будет сейчас хапать карты. Все на доборах карт. А это, друзья мои, говорит о том, что он хотел сделать именно вот, чтобы каждая вытянутая карта стоила на одну энергию меньше, на одну ману. Но не в этот раз. Хотя у него 100% таких 4 штуки. 34 ранг, а 32. Ну что ты там задумался? А потом у меня остается только лишь ландшафт. И все, друзья. Поставим ландшафтик. Если будет куда его поставить. Сейчас посмотрим, что он там. Если сейчас еще одного такого дурика выставит, тогда все ясно. Все на доборах карт. Абсолютно, ребят, все на доборах у него. То есть у него раз, два, три, четыре, пять. Пять карт, у меня четыре. Вот со следующего хода мы с тобой можем уже поставить орех. Ну, о, наконец-то, созрел. Я уже думал, опять будет 3 часа там думать, соображать. Ананасовая бомба, это хорошо. Ага. Не знаю, что вот здесь у него, ребят. Надо уничтожить вот это вот барахло. Ага. Ну, я думаю, что вот так еще ландшафтик сюда поставить. Я не знаю, ребята. Сейчас он будет раскидывать своих мелких шитиков этих. Голодранцев. Но будем надеяться, что этот голодранец упадет именно сюда. Было бы неплохо. Так, а потом что? Потом поставим орех. Попробуем вытянуть какую-нибудь нормальную путевую карту. А, сейчас будет разбрасывать. Куда бросит? Блин, еще и карта какая выпала-то ему, а? Усы. Противная карта. Давай, давай, думай там. О, как делает. Такс, ну что. Мы с тобой сделаем вот так вот. Угу. Что бы тут сделать? Сюда поставить?
Давай так вот сделаем. Фиг с ним. Пускай он своих мелких тут понаставит. Единственное, что он может их, конечно, прокачать. Этого мелкого я не знаю, ребят, чем мы будем бомбить. 4 или больше. Так, хлыщ мелкий какой-то там. Ниндзя. У него здесь ниндзя, да? Оу. Наше спасение, друзья мои, прибыло. То есть вот сюда вот бабахнем. И будет великолепно. 4. 4. Тут у нас работает блок. Но все равно, мне кажется, здесь я не смогу, ребят, выкрутиться. Хотя... Посмотрим, что у него тут за 3 энергии. 100% какая-нибудь есть бяка. Да ладно, быть такого не может. Так, бабах, что у тебя там? Ну, давай вот эту сюда переместим, фиг с ним. Так, вот сделаем. Ах ты, зараза ты. Сейчас посмотрим, что. Вот сейчас он может, ребята, вытянуть как раз ту противную карту, про которую я тебе говорил. Великанус. Ох ты. Ребята, эволюция. Эволюция. Опять же, все зависит от того, что он поставит. Так. И вот так. Интересно, интересно. 5 энергии. Зачем ему столько? Что он хочет сделать? Я не знаю, ребят, что он хочет сделать. Ну, давай так сделаем, фиг с ним, ребят. Ну, я не знаю, что-то еще можно придумать было. Может, у него какое-то там супер-пупер усиление есть. Может быть. Мелкий на воде, хмырь, меня бесит этот мелкий. А этот, по-моему, тоже будет прокачиваться, да, за счет... При разыгрывании на ландшафте проводит бонусную атаку на этой линии. То есть, если у него сейчас есть ландшафт, и он его поставит. А он ставит. Бонусную атаку делает. Я не удивлен, друзья мои. Нисколечко не удивлен. Так. В прокачку. Ну вот, остается у него 7 хп. Момент истины. Все? По-моему, все, ребят, допрыгался кузнечик. Так. И... Вот так. То есть, либо мы, либо нас. Тут другого не дано. 2, 4, 6. Ну да, в принципе, ему крышка. Если он, конечно, сейчас не убьет зеркальный орех, ему крышка. Так что смотрим. 4 энергии у него есть, плюс дополнительная карта у него в руке. Я не знаю, там что, может быть, тоже какая-нибудь бонусная атака. Бонусная атака, друзья мои. Именно ее он и делает. Ну, и последний ударчик. Надеюсь, пока.
Все. Сработала моя фишка, ребята. Я так и думал, что гаденыш на бонусных атаках там сыграть решил. Ну, видишь, ничего не получилось у него. Так, мы с тобой переходим на 11 ранг. 20 гемов. Блин, нам тут еще до посинения с тобой таким образом копить. Так, смотри-ка. Против нас вышел Замех собственной персоной. Я даже не знаю, на ком он там будет играть. И опять у меня какая-то колода. Да ладно, ты тоже что ли на спортивных картах решил поиграть, парень? Они все помешаны на спортивных, ребята, картах. Все. Ну давай я вот так вот сделаю, шипы сюда поставлю. Он, наверное, есть у него ландшафт, я так думаю. Заменить? Нет, нету. Блин, ягоду что ли влепить туда, я не знаю. Он ждет тренера. Нет. Он ждет не тренера. Давай я вот так вот сделаю фиг с тобой. То есть, если он позовет тренера. О, вот у тебя что есть. У него валунчик, оказывается, есть. Ладно, пока терпим, ребят. Горячка. Я пока не буду ее, ребят, тратить. Ну, незачем. Теперь ждем. Я ума не приложу, кто и что там может быть. Наверное, сумоист. Наверное. Давай так сделаем. Ты серьезно сейчас? Ты, блин, серьезно? Ладно, хорошо. Атаку не нанесем, но, по крайней мере, карту будем вытягивать. Зеркальный орешек. О, даже как. Хм. Что будем делать? Ну, давай вот так вот сделаем. Плюс 4. Да и все пока, наверное. Что? Что сейчас будет? Сейчас он кого-то может поставить сюда, на этот ландшафт. Два или меньше, ну да, да, уничтожил. И еще этого бомбит, да? Так, с картишками-то у тебя хреновенько, я смотрю, парнишка, да? Ой, хреновенько. Давай сюда бомбанем. Нам так будет проще просто. И ждем очередную. Что ты делаешь? Если честно, я думал, что у него будет спортивная колода. А тут пока непонятная. Я его увидел, два защитника и плюс этот, который понижает атаку. Все. А, я хожу, что ли? Ну, что я могу сделать? Ну, давай сделаем вот так вот, к примеру. К примеру, да? И вот так. Посмотрим, что он там делает. Вирус. Знал бы, ребят, поставил бы. Слушай, ты заколебал, а? Ну что, тогда нам остается сюда поставить горячку. Это фигня все. Хотя как фигня. Вот так вот ставим себе горячечку сюда. Раз такая пляска пошла. И здесь... Вот так. И вот так.
Да ты заколебал, а? Ну. И дальше что? Ну, сейчас нанесет мне урон. Сколько он там наносит? Ага, по одной. Ну, это фигня. Это фигня, друзья мои. Так. Давай сделаем вот так вот. Плюс я поставлю. Вот так вот сделаю еще. Все. Посмотрим, что он сделает. Пока. Это тоже пока. Грибочек хорошенький выпал. Так, минка. Смотрим, смотрим. Наблюдаем, ребята, что он там будет выставлять. Спортсменчик. Иди-ка ты отсюда. Куда-нибудь подальше. Как бы здесь ты нам не нужен. Вот так сделаем с тобой. Сейчас будем потихонечку его кромсать. Так, можем с тобой за... эволюцию сделать. Сделаем с тобой вот так. Поставим орех на воду. Поставим вот так. Поехали. Потом еще поставим орех. Потом можем сделать эволюцию. И, короче, тут... Так, ну у него здесь суперудар какой-то может быть противный. Я уже не помню, какие у Замеха суперудары. Крокодильчик. О, еще лучше. Ну что, у него 13 хп, у меня 4, ребят. Я прям на грани, на волоске держусь тут. Он ничего не стал выставлять, как ни странно. Крокодильчик сюда поставим, да, например. Если он сейчас ничего не сделает, ему кранты. 3-4, а нет. Блин, ты смотри, что делать, а. Допустим. Так, есть чеснок. Нет, 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 нет. Этого нельзя позволить, ребята. Поехали. Так, и что дальше? Поставим чесночок с тобой тогда. Ну и вот так, на всякий случай. Упс. Так, ребят, хорош так шутковать. Сейчас чуть было не свалился. Он же за каждую вытянутую мою карту атакует. Так, зомби получает плюс 5 ХП. Все зомби 2 или меньше. А у меня здесь сколько зомби? Да у меня мало здесь. Так, так, и добивка. Все. Баллончик думал, да? Захотел орехи мои эти уничтожить. Нет, ребят, ничего не получится у него. Так, еще 2 звездочки. 3. Сколько там? 940 у нас, да? 945. Поехали дальше. Так, теперь бесячество у нас. Бесячество — это такой тоже бесенок. Тут я даже не знаю. Блин, ты посмотри, а. Давай так оставим. Опять же нету первых ходов. А у него есть бесенки. 100% тебе говорю. Нет, это не надо сюда, парень. Это вот убери отсюда, пожалуйста. Тут нафиг нам не нужен. Так, дальше.
Орех. Орех в броне. Я не знаю, кто там у него, ну посмотрим сейчас. Ха-ха-ха. Не вышло, да, ничего. Понял тебя. На пиратика, что ли, я решил сыграть? Видимо, так. Карта на пиратах. Ой, колода на пиратах. Нет, даже не думай об этом. Так, атака. Ждем следующую карту. Угу. Давай сделаю так вот. Ага. Вот ты как, значит. Вот ты, значит, как решил, да? Ну, давай я вот так вот сделаю, фиг с ним. Он же может прокачать его, да? Так, карты мне. Ух ты. Что он там делает? Шаманство, шаманство, все шаманит. И отсюда. Арбуз это, конечно, хорошо, морозный тем более. Ты сейчас серьезно, что ли? Так, у нас, я уже не помню. Принесение, так, заморозка зомби. Мы же, по-моему, заморозим же, да? Насколько помню, он, правда, яйца будет раскидывать, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Заморозился, да? Заморозился. То есть я... Блин, еще и двух упырей этих своих выкидывает. И еще яйцо выбросить, да? Ну, ладно. Кто из этих яиц выползет, я, ребят, не знаю. Но знаю, что арбузик этот хорошо может бомбануть. Вот даже как. Видишь, даже что делает. Так. Что нам сделать? Ну, во-первых, мы поставим сюда грушу. Во-вторых... Что у него там может вылупиться, ребят? Не знаю. Я оставлю пока так. О! Кто тут? Понятно. А здесь? Гаргантюах. Ребят, нам нужно бомбить сюда, естественно, нашей... А что он там делает? В надгробии прячет? Опять делает шаманство. Так-с. Окей. Почему он именно вот за этого трясется, я не знаю, ребят. Ну, допустим. Блин, неужели сейчас гаргантюах будет вызывать, а? Если он будет вызывать, ребят, у нас только лишь один вариант. Взрывать тут всех к ядрени фени. Будем надеяться, что я не прав. Ну ладно, так ты сделал, да? Что мы можем с тобой предпринять? Мокрое место. Да, мы его поставим сюда, наверное, это мокрое место, да? Так, и все, пока. Опять он-то говняка мелко своего достал. Ты, блин, сейчас серьезно, что ли, а? Че он за него за этого-то трясется? Я не понимаю. Че ему так принципиально?
Так, окей. 4 в лицо. И защита сработает, да? Окей, понятно. Защита сработала. Что делаем мы с тобой дальше? Во-первых, посмотрим, кого он сюда поставит. 10 здоровья, у него 8 хп. Если нам хорошо, ребята, здесь бомбануть именно вот этими, то, в принципе, он будет ушатан. Вот сиди сейчас и думай, что он там выставляет. 4. Угу. Еще и рикошен, да? Ты черт знает, что у него там, ребят. Что у него там на уме? Как сделать-то по-правильному? Давай, наверное, вот так вот. Смысл мне подставляться не надо. Попробуем, посмотрим, ребят, что там. Ну, допустим. Иди сюда, гаденыш. Пять и пять. 10. Ну да. Две энергии есть. Что он будет сейчас предпринимать? А он ничего не стал предпринимать, ребят. Он абсолютно ничего не стал предпринимать. Тогда все, ему кранты сейчас. Раз и два. Все. Ушатали. И получаем еще две звездочки, да? Или три даже, по-моему, три, да. Блин, наверное, сегодня у нас не получится, друзья, набить 1000. Потому что уже время позднее. Для меня. Для меня. Последний поединочек сыграем. И будем закругляться. Так, это, конечно, хорошие картишки, хорошие. Тут не поспоришь. Ладно, оставляем так. Этот у нас что делает? Я уже забыл. Так, если разгрузить состояние, оно получает 3 вместо 0, да? Давай так попробуем. Посмотрим, будет он против этого кактуса что-то. Нет, он ничего против этого кактуса не стал делать. Тогда получи в лоб. Так, могилка. Могилка — это хорошо. Слушай, мы же можем 1+1, да? 1+1. Давай так, наверное, все-таки сделаем. Окей. Груша. Пирата позвал. Пирата позвал, ребята. Серьезно сейчас? Ты гляди-ка, что придумал, а? Он что, фокусник, что ли? Я не понял. Блин, нам не выгодно. Здесь бомбанем, пойдет разлет. Пойдет разлет офигенный. Ладно, сделаем вот так вот. Поехали. Дынс. Бумс. Разлет. Давай, груша. Так, уничтожаем этого пирата. Так, нормуль. Двигаемся дальше. Позвал хлыща этого. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Кровожадность, да? Ландшафт. Ландшафтик, друзья мои. Ну, ландшафтик-то мы ему поменяем, ведь так?
надеюсь. Получится у нас. Две энергии, конечно, будешь сейчас брать. Ага. Так, итого 7. Слушай-ка, он случайно не на кровавую луну ли метит? А, друзья мои? Смотри, в чем сейчас будет прикол. Смотри внимательно. Мы, во-первых, с тобой сюда сделаем так. У нас же есть могилоед. Я не знаю, куда его бомбануть лучше. Ну, давай, наверное... Давай здесь попробуем. Посмотрим просто, кто здесь был. Надеюсь... Ай-яй-яй-яй, ладно. Неудачно. Так, и... Ну, этого уничтожим. Получается, да? Смотрим, ребята. Блин, у него же это... Сейчас, кровожадность. Да-да-да-да-да, кровожадность, друзья мои. Но этот-то не доживет. Этого удаляем, этого тоже удаляем. А вот теперь самое интересное, смотри. Мы выставляем орех. Твою налево, а, смотри, что творит. Ну что, нам нужно ему нанести немножечко урона, всего лишь чуть-чуть. Поэтому сделаем с тобой вот так вот. Немножко не то нам досталось. Ладно, хорошо, давай сделаем так. Поехали. Ну что там опять он? Так, что? А, жду твой на ютубе. Ага. Это только, ребят, завтра уже. Все. Защита у него не сработала. Я думал, сработает. Ну что же. Отлично поиграли. Один раз проиграли. Остальное все у нас пошло в выигрыш. И еще 20 гемов. То есть это получается 965. 35, ребят, кристаллов собираем. И покупаем с тобой потом. Где вот в набор заходим. За 1000. За 1000 возьмем. Не знаю, за растение возьмем или за зомби. Посмотрим, там уже определимся. Вы можете, кстати, прокомментировать, что лучше. В принципе, и там хороши картишки. Так что я думаю, что следующая серия у нас будет такая, довольно насыщенная. Потому что 10 наборов плюс 1 бонусом идет. То есть 11 наборов будет. Это будет крутенько. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.